можно где-то? Да я уже сходил, уже взял. Взял? Ну. Спасибо. Держи, Серёг. Все. На здоровье. Я пошел. Как посыл к билету, да? Сюда придешь, мне скажешь. А как же ты узнаешь? Давай я тебе наберу, позвоню. Зачем? Что посылка пришла. А мать? А ты не говори, что я. А ты тебе сказать, кто? Скажи кто-нибудь другой. Генех, скажи, изволит. Генех. А потом он мне морду разобьет. А он откуда узнает? Я тебе наберу, ты сюда придешь просто и все. Просто подойдешь сюда, заберешь и пойдешь домой. Спасибо. На здоровье, Серый. Подписчикам всем привет. Альгуле привет. Манзире привет. Всем передам. И что, кто? Ну там новых, Сереж. А куртку, это Володина? 137 тысяч Андрей... человек. А Володя Андреев куртка? Нет. А кто? С Москвы. А Володя такая была? Не, у него другая была. Такая? Другая. А от кого? С Москвы, я же тебе говорил. А вот этот еще под церковь. А это с Питера. А от кого? С Санкт-Петербурга. От Артура. А фамилия? Левов. Левов? Пройди, пожалуйста. Пойдет так? Не, я тебе ничего не делал. Я тоже. Сань, тебе... пойдем за сигареты. Да пойдем, Владимир Иванович. Давай. Не стои, Сань. Давай, Сережа. Ты-то позвонишь. Позвоню. Как-то будет. А ты придешь. Я приду. И все. Матери, только не говори, что это я звоню. А кто? Ну, скажи кто-нибудь другой. Володя? Скажи с милиции. Давай. Всего доброго вам. Давай, Сереж. Подписчикам машу привет. Обязательно. Ютуб привет. Всем привет. Спасибо, Сереж. Передам. Ну что, пойдем? Опять, не обижайся. Не, Сереж, не буду. Пойдем, Владимир Иванович, сигарет возьмем. Ну что, выходим? Да. Да разбег мочить надо. Дома. Владимир Иванович, ты иди нам сам купи, я в ту сторону не пойду. Денег дал я тебе, что давай, я тебе уже дал. Да на 135 рублей стоит. Где-то в среду, четверг, наверное. Сань. Я позвоню, Сереж. Сань, 135 рублей стоит, а у меня 100 рублей. Где-то 35 рублей. А я ж тебе там говорю, что ж ты мне вчера апельсин-то не принес, я ж тебе принес. Дал. Принес, а? Не выходил ты. Стучал. И я сам. И апельсин принес. И он у меня лежит на столе. Ну теперь ешь уже сам. Дай 500 рублей. Я ж дал тебе уже все, и колбасы купил. Ну сигарет надо взять. Ну а я что, могу помочь? Дай 500 рублей. У меня нету. Откуда я тебе их возьму? Я тебе дал, что можно, Владимир Иванович. Все по возможности всегда. Всегда всем по возможности. Да, Олег? Ну что? Дай 500 рублей. Я тебе дал уже все, дядь Вов. Сергею 500 рублей дал. Олегу 300 рублей дал. А? А где сигареты взять? В табачке. Ну дай 500 рублей. А я же тебе где возьму их? Я же говорю, Сергею отдал. Всем по чуть-чуть, Владимир Иванович. Олег, ну ты что, домой? Я да. Ты что, идешь? Да я пойду курить куплю, наверное. Ты что, дома будешь? Ну а где же еще? Ну давай. Вечерком увидимся. Всем добра, друзья. Едем дальше. Сейчас сигарет куплю. Будь добру.